Шторочка, видим. Dragon. Грузовой Dragon. Ну, Турция из космоса прекрасна, это одно из самых красивых мест на планете. И наша станция, она каждый день пролетает над Турцией, и днем, и ночью. Поэтому, хочешь не хочешь, ты всегда видишь красивое место, и у тебя рука всегда тянется к фотоаппарату, чтобы быстро-быстро сделать фото. Türkiye uzaydan çok güzel görünüyor ve dünyada en güzel yerlerden bir tanesidir uzaydan bakıldığı zaman özellikle. Ve bizim istasyonumuz hem gece hem gündüz Türkiye'nin üzerinden geçiyor. Bu güzelliği gördüğüm zaman da her zaman elim fotoğraf makinesine gidip bir fotoğraf çekesim geliyordu. Особенности Анталия и Иванское озеро вас заинтересовало? Да, но на самом деле не только. Потому что очень много россиян, ну и граждан России, прилетает в Турцию отдыхать. Это и Анталия, и Кемер, и Анкара, и Стамбул. Это очень красивые места. И поэтому всегда вот мои друзья, которые в Турции, они когда я летаю, они просят, фотографируй меня, как я в Анталии, как я в Кемере. Ну это я выполняю их просьбы, фотографирую. И Турцию очень легко фотографировать, потому что отличительный признак – это Босфор. Если ты знаешь, где Босфор, ты знаешь, где все другие города. Sadece oraları değil, şöyle söyleyeyim, Rus vatandaşları, Rusya vatandaşları Antalya, Kemer'e geliyorlar, Ankara, İstanbul'a da geliyorlar. Bunun dışında arkadaşlarım bana hep ben Antalya'da Kemer'deyim, benim fotoğrafımı uzaydan çeker misin diyorlardı. Ve ben onların ricalarını yerine getiriyordum. Aslında Türkiye'yi bulmak çok zor değil çünkü Türkiye'nin alameti farikası Boğaziçi. Ve Boğaziçi'yi bulabildiğim için kolayca Türkiye'yi bulabiliyordum. Я летал 3 раза в космос, и каждый раз я брал с собой флаги разных стран. И одной из стран это была Турция. То есть я 3 раза слетал, то есть у меня уже в моем запасе было 6 флагов Турции со штампами. Ну, там есть специальный штамп МКС, Международной космической станции. Когда прилетел, когда улетел. И я давно мечтал уже приехать в Турцию, потому что это первый раз. И всегда думал, если приеду, то обязательно подарю. Я ждал, когда будет первый турецкий астронавт. Ну, сейчас он скоро уже будет. Şöyle, 3 kez uzaya çıktım ben ve 3 seferinde farklı ülkelerin bayraklarını götürdüm. Türkiye o ülkelerden bir tanesi. Bu 6 tane Türkiye bayrağım vardı ve üzerine özel bir damga vuruluyor uluslararası uzay istasyonunda. Ne zaman geldiğinize, ne zaman gittiğinize dair ve orada olduğumda bu damgaları Türk bayrağına bastırdım ve daha sonra Türkiye'ye geleceğim zaman onları hediye etmek istiyordum.
bir an önce Türk astronotu olsun da ona hediye edeyim istiyordum. Tam da bugüne denk geldim. Нет, я думаю, что Турция не опоздала с первым астронавтом, потому что на планете больше 200 стран, и, конечно, тех стран, чьи астронавты были в космосе, их вам очень мало. Поэтому это очень хорошо. Тем более же сейчас очень хорошая дата. Я, кстати, поздравляю, это 100 лет Турецкой Республики. И как раз сейчас, когда вы отпразднуете 100-летие, и полетит первый астронавт Турции, это очень здорово. И я надеюсь, что мы недолго будем ждать, когда полетит и первая женщина турецкая в космос. Мы тоже это будем ждать. Şöyle geç kalmadınız tabii ki. Çünkü dünyada 200 tane ülke var. Uzaya çıkmış çok az ülke var. Ve şu anda da çok iyi bir tarih. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlanıyor. Ve bu nedenle de tam bu yıla denk gelmesi özellikle de güzel. Fakat sizden Türkiye'den birinci Türk kadının da uzaya çıkmasını bekliyoruz yakın zamanda.